кот пришел к моей лисе. Смотрите. Мой кот и моя лисичка. Она такая классная. Она такая классная. Эй, кот. Он перебьеду. Лиса, Алиса, а ну дай ему по башке, дай ему по башке. Покажи, как Алька тебя учила. Вот это да, наглости, конечно, нет вообще предела. Лиса, я не понял, ты ж лиса. Ты должна ему по морде дать. Я в шоке. Вот это да, вот это картина Репина. Мы не ждали, а мы приперлись. Киса, я не понял, почему ты воруешь у лисички? Как тебе не стыдно, киса? Киса, нельзя? Нормально вообще, я в шоке. Лисичка, а что ты лежишь, ничего не делаешь? Дай ему по мордяке. Вот это да, наглости вообще нет. Лисичка, кис-кис-кис-кис. Лисичка. Наглый кот, сидит и облизывается, ворует. Я в шоке, мама. Вот это да. Кот, нельзя. Боже мой, я в шоке вообще. Вор. Лиса, ты что, его боишься, что ли? Да, это реально смешная история. Лисичка, чем же ты на меня похожа? Еще один? Блин, я в шоке. Мою лису ворует наглые коты. Я в шоке. У него же на морде паутина. Интересно, они хоть не дружат? О, молодец, молодец. Так и надо гонять этих козлов, скотина. Воруют еду твою. Вот это нормально вообще? Я хочу его снять крупным планом. Потому что по роже он уже походу давал нормально. А ну покажи свой пуфель под глазом. Покажи, покажи, кто это дал тебе. Лисица или кто? Кого-то там уже воровал. Не, ну реально это по-любому папа. Это папа той лисички. Боже, какой он страшный. Блин, лисицы, они такие страшные. В сказках и фильмах они такие красавчики. Фу, как он страшный вообще. На картинках, в фотошопах тоже некрасивые. Они какие-то как шакалы, блин. Ужас. Ваша дочь прекрасна, а вы какой-то папа не очень. Ну хотя рожа у вас такая ничего. Но туловище, это просто пипец вообще. А мама вообще какая-то стрёмная. Рот открыла и лежит. Походу помирать начала. Маме как-то пофиг. Но маме копия вылета лицо у того лисёнка. О, опять кот. Вот это коты, конечно, они вообще охеревшие. Им по морде надо дать уже давным-давно. Опять вот это, видите, та же самая история повторяется. Блин, он реально... Рожа красивая. Сразу видно мужчина, мужчина. По-любому мужчина, только ничего не видно. Вы мужчина или нет? Мистер Лис. Да, мужчина, я увидела. А это по-любому мамаша лежит. Наверное, жрать приготовила, спать дала. Блин, как же они без своих детей-то живут, а? Блин, мне жалко.